Во все тяжкие по Тернопольски. Четверо местных жителей обустроили нарколабораторию в частном доме. Через интернет они заказывали вещества для изготовления амфетамина, а для реализации готового продукта они наняли отдельную группу людей. У организаторов этого бизнеса изъяли колбы, вакуумные насосы, оборудование для изготовления психотропных веществ, почти килограмм марихуаны и более полукилограмма амфетамина. Коли злочинна група привозила з Зборівського району міста Тернопіль готову партію психотропний амфетамін, вони були здивовані в даний час за вичерпне питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.